У Могилевском областном драматичном театре на малой сцене отбылась премьера. Спектакль «Психоанализ. Это мастерство», поставленный по пьесе драматурга Дианы Балыка. У спектакле заняты 6 актеров, которые объединились для самостоятельной постановки. Ну, о чем пьеса? Пьеса про одиночество. Если так разобраться, рассказанная очень легким языком. П'єса «Психоаналіз. Гэта мастацтва» має узростовий рейтинг 18+. Бо розмова у її йде про особисті зносини мужчин і жанчин, кохання, довір і, конечні, одиноцтва. Тема одиночества именно нашего времени, когда человек сам отказывается от родственной души, чтобы в дальнейшем избежать каких-то проблем, сложностей, чтобы сразу так вот себя отгородить от какого-то возможного предательства, еще чего-то, потому что отношения могут быть разные и приводят не всегда к хорошему финалу. У спектакля идет прием у психоаналитиков, где люди рассказывают про свое житие. Сейчас вы можете откровенно сказать то, что думаете о проблемах друг друга. Простая мова и простые люди, и навод кот, який належит моцной, незалежной, але вельми одинокой жанчине. Мы всегда думаем, что мы имеем свободу, хотя на самом деле свобода всегда имеет нас. Автор п'єси – драматург Діана Балыка, яка тепер живе у Ризі, приїхала у Могилев на прем'єру і обмірковувала з глядачами проблеми, узняті у спектаклі. До речі, у Могилеві вже другим разом ставить спектакль поводле її твору. Секретов, как побороть одиночество, у меня нет. Но я хочу об этом говорить, чтобы люди не думали, что только я одинок, только мне так плохо. Они должны понимать, что мы перестали встречаться, общаться, нас поглотил интернет. На прем'єри був аншлаг і квітки на спектакль «Психоаналіз. Гэта мастацтва» розкуплені наперед. Тема викликала інтерес публіки і, напевно, дала урок і глядачам, і актерам. Беречь друг друга, да, беречь своїх мужей, свої сім'ї, щоб не остатися одинокой і не обзавестись котами. Вот такая классическая картина. Сильная независимая женщина в окружении котов. Вот. Не желаю такого. Желаю обычного женского семейного счастья всем нашим зрительницам. Ілона Іванова, Віталій Аксєєнко, новини регіону.